Очарование и пленительной грациозности женские образы. Благодать снисходит на нас при созерцании этого совершенства. Они гипнотизируют нас и притягивают безмолвными обещаниями. Прекрасные, орнаментированные богато женские образы в нимбах. И вдруг эти суровые и беспощадно черно-белые, правдивые фотографии, которые сделаны на Красной площади в Москве в 1913 году. И тут еще этот таинственный мужчина, который играет на физгармонии без штанов. Какая связь между этими изображениями? А связь одна, и она простая, потому что у них один автор. Это наш сегодняшний герой Альфонс Муха. И по студенческой аудитории всегда в этом месте пробегает смешок. Потому что Альфонс — это же нарицательное имя.
Но так было не всегда. Альфонс – это просто имя, такое же, как, например, Альберт или Адольф, правильно? А нарицательным оно стало после 1873 года, когда во всей Европе очень популярна была пьеса Александра Дюма «Господин Альфонс» она называлась, где описывалось вот такое неблаговидное поведение мужчины, живущего за счет женщин. И после этого так стали называть всех таких мужчин. Альфонсу даже предлагали несколько раз по-приятельски сменить имя, но он, будучи гордым славянином, на это не пошел. Что касается фамилии Муха, то это славянская традиция застывшего имени, прозвища предкам. Мне позвонила на днях подруга и говорит, ну что там у тебя, как дела, что, чем ты занимаешься? Я говорю, да вот, живу с Альфонсом. И такой, ну то, такая тишина в трубке. Я говорю, ну успокойся, с Альфонсом Мухой художник такой. Родился в маленьком городочке Иванчице, это Южная Моравия, это сейчас Чехословакия, а тогда входила в состав Австро-Венгерской империи. Вот такой малюсенький городочек. В семье, которая никогда не имела никакого отношения к искусству, его мать, которая рано умерла, была из семьи мельников. Отец из семьи виноградарей. Но он неимоверными усилиями перешел из ранга земледельцев в мелкие чиновники. Денег у него, конечно, никаких не было, но зато были связи и было понимание значения образования в жизни детей. Поэтому он остался на руках с шестью детьми, и он всех их обучил. И как раз Альфонса он устроил в самую престижную, самую лучшую гимназию в городе Брно, где учится Альфонс. Но хорошие отметки у него лишь по пению и по рисованию. То есть очень хорошо поет в церковном хоре, очень увлекается музыкой и хорошо очень рисует. Но в конце концов был исключен из школы с официальной формулировкой «за наглую ложь и пропуски богослужения». Но отец нисколько на него не разгневался. Он собрал все его работы, примерно вот такие, он в это время делает портреты, посылает их в Пражскую академию с просьбой о зачислении, но оттуда приходит такой вердикт. Найдите профессию, где вы принесете больше пользы. Эти страшные слова. Мы же помним, как человек по имени Адольф, что он нам устроил после этого. Так бы приняли в академию, может быть, все было бы по-другому. Но человек с именем Альфонс не отступает от своего увлечения искусством. Он продолжает искать область, где бы он мог применить свои вот эти вот стремления пока еще. И он едет в Вене, устраивается в театр, Ринг-театр назывался. Здесь он расписывает декорации. Всем нравится, как он работает, ему нравится самому работать. У него есть деньги на существование. В общем, все идет хорошо. Он в Вене ходит по музеям, изучает искусство. И тут наша первая рождественская сказка. И это сказка ужасов. Потому что в декабре 1891 года Ринг-театр в Вене сгорает дотла вместе со зрителями. 500 человек там погибло. И вот эта чудовищная трагедия как раз причина того, какие сейчас пожарники устраивают в театрах разносы. Да? Всегда очень контроль со стороны. Пожарную безопасность нужно обеспечивать. И получается, наш герой опять без места, так сказать, приложения своих усилий. Поэтому он пишет на улицах портреты по 5 гульденов. И вот примерно, наверное, они были вот такие, эти портреты.
И он наконец-то работает маляром, маляром-альфа-резчиком. Он в бригаде маляров, которая расписывает дома богатых жителей Вены, в частности, замок Эманов. И здесь мы снова наталкиваемся на вот этот институт меценатства в искусстве. Страшно подумать, что было бы с нашим любимым Анри Матиссом, если бы не наш великий соотечественник Сергей Иванович Щукин, который его покупал работы, когда его еще никто не покупал. На деньги Щукина купил Матисс свой дом в Ницце, где он жил всю жизнь потом, да, и Щукин пропагандировал его искусство всячески. Что было бы с Антонио Гауди, если бы ему не встретился на пути Эусеби Гуэль, который оплачивал все самые его невероятнейшие идеи и причуды, в результате чего в парк Гуэль сейчас съезжается в Барселону со всего мира. Пегги Гугенхайм платила ежемесячную заработную плату Поллоку, чтобы он не прекращал вот это свое разбрызгивание краски по холстам. Да ладно, что там Джексон Поллок, что стало бы с самим Микеланджело, если бы не золото банкиров Медичи, просвещенное золото, как его называют. И наш герой тоже встречает такого человека. У него он расписывал этот замок Эммендорф, да, и этот замок не сохранился, его фашисты взорвали во время войны, поэтому мы не можем посмотреть эти росписи. Ну, может быть, примерно это выглядело вот так. А человека звали граф Карл Куэн Беласси. И он увидел талант этого юноши. Или он увидел какие-то цветовые сочетания, или точность линии, может быть. Но талант его поразил, и он его везет в Италию, во-первых, знакомит его с шедеврами итальянскими, и он спонсирует его, платит ему стипендию, обучается Муха у нас в Мюнхенской академии. 2 года изучает живопись, изучает рисунок и изучает литографию. Литография рассказывает, что такое, или все знают? Это печать камня, полированный камень, на него наносится рисунок жирным чем-то карандашом, потом накатывается краска. В общем, это такая графическая техника. И это потом Мухе очень пригодилось впоследствии. После 2 лет обучения в Мюнхене Беласси, который участвовал в формировании его мировоззрения. То есть он его приобщил, во-первых, к масонству, масоном был потом Муха. Он его подсадил на мистику, он участвовал в спиритических сеансах, то есть как-то он очень сильно на него влиял. И они едут вместе в Париж, опять-таки на деньги Беласси это все происходит. И Муха там учится в самых престижных Академии Жуляна и Академию Колороси, наиболее известные такие художественные школы того времени. Но вдруг этот источник финансов внезапно прекращается по причине самоубийства графа. Он обанкротился и покончил жизнь. И таким образом наш Муха остается один-одинешенек в Париже, без денег. Конечно, он не мог уже продолжать эти систематические свои занятия с живописью. И он становится, как бы это сейчас сказали, фрилансером. Что такое фрилансер? Это нищая жизнь, да? Все мы с вами знаем, знакомы с этим явлением. То есть в течение 5 лет он делает для типографии этикетки для спичек, пригласительные билеты, меню, еще какие-то там заставки. Он делает иллюстрации к книгам очень много. На это можно жить, но это очень маленькие деньги. И он так вот, как по-русски бы сказали, перебивается с хлеба на квас. А по-французски это звучит «свина на сыр». Да, потому что я читала у Моэма, когда он говорил, описывает свою нищую жизнь в Париже, в мансарде. На завтрак у меня ничего не было.
кроме куска сыра и бокала вина. Бедность по-парижски называется. Болеет в это время он, потому что у него не климат ему в Париже, лекарства не на что ему купить. В общем, такая у него в это время жизнь. Вот такие иллюстрации он делает. И вновь его величество случай, псевдоним Бога, и вновь наша рождественская сказка. И связана она с именем Сары Бернар. Кто такая Сара Бернар? Первая в истории театра супер-пупер вообще звезда. Божественная Сара, иначе ее никто не называл. Объездила весь мир, была в Австралии, в том числе в США несколько раз, в России была 3 раза. Про нее писали, Оскар Уайльд про нее писал, что она прекрасное создание с голосом поющих звезд. А Марк Твен однажды выделил 5 тип актрис. Плохие актрисы, честные актрисы, хорошие актрисы, великие актрисы и Сара Бернар. Гюго подарил ей бриллиант, ограненный в виде слезы, и сказал, что это та слеза, которую я пролил на вашем спектакле. Но вообще публика на ее спектаклях неистовствовала. Падали в обморок, истерики случались, рыдали люди, как прямо на концерте Битлз. Такой вот у нее был талант. Эксцентричная очень дама. Ей предсказывали раннюю смерть от туберкулеза, поэтому она купила гроб заранее. Ну, потом не пропадать же добру, она в нем спала, она в нем разучивала роли, и она даже в нем умудрялась любовников принимать, многочисленных своих. И вот, ее образы расходились на открытках по всему миру, вот примеры таких открыток. Кроме того, она единственная женщина, которая играла роль Гамлета. Здесь она в роли Гамлета. И вот в канун Рождества 1893 года владельцу типографии по имени Брунов позвонила Сара и заказала плакат к своему новому спектаклю, билеты на который продавались, по ее мнению, недостаточно хорошо, аншлага не было. Нужен срочно новый плакат, чтобы он висел 1 января по всему городу. И Брунов в панике, потому что у него никого нет, все разъехались на рождественские каникулы. Один только Муха, которому не с кем было встречать Рождество и некому было дарить подарки, находится в типографии, что-то там, какую-то этикетку очередную, сидит корябает. И обращается к нему Брунов: Муха, выручай. Мне нужен срочно плакат. Ты когда-нибудь делал что-нибудь такое подобное? Нет, никогда, но я попробую. Хорошие очень слова. И он в великом воодушевлении бежит в театр посмотреть этот спектакль. У него нет фрака и цилиндра, без них не пускают в театр. Он на последние 10 франков берет в прокат эти вещи, значит, смотрит, а Брунов его ждет напротив театра в кафе. Через 2 часа туда прибегает возбужденный Альфонс Муха, в этом цилиндре падающем ему на все время на глаза, потому что он не по размеру. И тут же на мраморном столике этого кафе он делает первый набросок этого плаката. Все делалось в спешке. Некогда было там с кем-то заверять или что-то еще исправлять. А впоследствии Брунов выкупил это кафе, и этот рисунок на столешнице стал его самым главным достопримечательностью, самое главное. Он сделал афишу так, как никто еще до конца никогда не делал. Она была вдвое длиннее, чем обычно, то есть она печаталась с 2 литографских камней. Цвета были блеклые, да, непривычно тоже. На ней не было никаких данных о том, где купить билеты, сколько стоит билет, когда начинается спектакль. И Брунов в ужасе. Все, конец карьеры. Не простит ему это Сара, этого. И понурив головы, они отправились к ней, ожидая
разноса. Но Сара упала на грудь мухе со словами: «О, маэстро, вы сделали меня бессмертной!» Парижане пришли в восторг. Они срезали эти плакаты со стен. Они подкарауливали расклейщиков афиш. И у них, значит, выкупали эти экземпляры. И вот с этого тиража, с первого самого, сейчас, когда появляются на аукционах вещи, эти плакаты, они стоят совершенно безумных денег. Но быстро поняла Сара Бернар потребности людей в этом недорогом искусстве. Это же была не масляная живопись, это была литография. То есть тиражная графическая техника. И она печатать стала несколько тиражей на продажу и заработала только на этом 130 тысяч франков. Кроме того, она тут же заключает с мухой контракт на 6 лет. Она назначает его главным художником своего театра. И он делает, вот покрупнее посмотрите красоту эту безмерную, и он делает эти плакаты ко всем ее спектаклям, да? Вот здесь вот мы видим даму с камелиями, здесь мы видим тоску. Он сопровождает ее на гастроли в Штаты, это из Штатов плакат. И даже ходили слухи о любовной связи между ними. И когда вы в такое в интернете встретите, а это очень часто любят люди тиражировать, не верьте. Потому что несмотря на то, что Муха был сам хорош собою, смуглый, с белозубой улыбкой, а Сара не пропускала ни одного симпатичного мужчину, но свидетельствуют близкие друзья и их переписка, что деловые у них были отношения. Он ей поклонялся, она ему покровительствовала. Только никаких там романтических не было отношений. А вот такие он еще делает плакаты, бесчисленное количество. И, конечно, тут же подключаются французские бизнесмены, которые рассудили, если Муха так хорошо продает театральные билеты, почему бы ему не продавать, допустим, пиво? Или печенье, или велосипеды, и еще раз печенье с шампанским теперь, и еще раз печенье «Флирт» называется, которое. И алкоголь разнообразный, и детское питание Nestlé, и папиросы, и парфюм, и туристические поездки, и в конце концов синьку для стирки. То есть использовали на 100%. Его талант, потому что продажи этих всех продуктов взлетали до невероятных высот. И это время, когда весь Париж
уже под мухой. Да, в легком головокружении находится. И этот стиль даже иногда называют мюша-стиль. То есть французы не могут выговорить муха, они говорили мюша. Мюша-стайл, так называемый, да. Светлая эстетика этих вещей всех пленяет. И если произведения других художников мы можем увидеть только на выставке, только куда-то, чтобы пойти в музей или выставочный зал, то произведения Мухи были повсюду. В каждой витрине, на каждом буклете, на каждой листовке и на каждой коробке с шоколадом. Кроме того, он выпускает серии вот таких вот чудесных работ под названием «Цветы», это называется. То есть обратите внимание на эту выверенную, неторопливую орнаментику. И безо всякого компьютера она была сделана, хочу сказать. И вот эта серия «Утро, день, вечер, ночь» – переплетение гармоничных органических субстанций. Эти феи будто скроены из одного куска дорогого шелка. Они не знают суеты, они не знают нервов. Ощущение света и чистоты исходит от них. Умиротворенность и отрешенность. То есть то, благодаря чему женщина всегда манипулирует мужчинами. Женщины, не забывайте, что вы всегда музы, вы должны быть недоступны. Вы должны привлекать, но оставаться вдалеке, чтобы мужчина всегда добивался, стремился и не успокаивался. Его сотрудничество с Сарой Бернар не прекращается, то есть уже длится это 6 лет. И кроме того, всего прочего, он делает еще для нее ювелирные украшения. Вот этот знаменитый очень браслет золотой, вот так он выглядел на руке у Сары. Исполнил его ювелир Жорж Фуке, с которым они, значит, заключили такой договор, сотрудничество у них было. Сначала Муха нарисовал на этот браслет на плакате Медеи, а потом вот так вот его воплотили в жизнь. И очень любила это украшение Сары Бернар. Вот здесь еще одна его работа, диадема «Принцесса Гриоза». И вот такие украшения все смотрим. Чудесный тоже, как ювелир тоже работает, да? И весьма успешно в сотрудничестве вот с этим вот Фуке. И вот брошь у нас такая великолепная. И живописью, конечно, он тоже занимается. А почему он так успешен? А почему такой коммерческий успех имеет его реклама? Потому что он уловил и перенес на бумагу квинтэссенцию художественного запроса эпохи. А какая была эпоха? Эпоха, которую мы по-русски называем модерн, по-французски она называется ар-нуво. По-немецки «Югенстиль», в США это называется «Стиль Тиффани», «Либерти» в Италии. То есть это так называемый большой, последний большой стиль в истории искусства. Почему большой? Потому что охвачены все континенты, охвачены все виды искусств. Это музыка, это поэзия, это живопись, конечно, театр. И модерн – архитектура, безусловно. И модерн – это очень цельное явление. Смотрим примеры. Какая философия была у этого стиля? То есть художники совершенно искренне считали, что посредством увеличения в мире количества красоты мир становится лучше. Красота спасет мир. Вот лозунг модерна. Создавая красивое, художник провоцирует человека становиться лучше и духовно богаче. Вот так проявлял себя модерн в архитектуре, то есть это возвращение к природе. Они выступали против фабричного производства предметов, они выступали за ремесленное
производства. Вот такие женщины были в то время, мы видели уже Сару, да, вот с этим вот винтовым таким движением. То есть модерн — это всегда стебель такой изгибающийся, немножко болезненные предчувствия страшных катастроф 20 века. Последний какой-то вздох, да, перед этими всеми ужасами. Здесь мы с вами видим лампы Тиффани, от которых происходит название этого стиля в США. Вот такая архитектура, синтетический стиль. В модерне смешались античность и средневековье, Европа и Восток. Японская гравюра оказала на него большое влияние, христианство и язычество. То есть вот такие фантастические формы. Вот так подворотня выглядит в стиле модерна. Асимметрия и экзотика. Вот такие интерьеры. И Муха как нельзя лучше попал в саму суть, да, в само кредо этого стиля. Вот так выглядела, например, вентиляционная решетка. То есть это был настолько цельный стиль, что все, начиная от фасада здания, проектировал дизайнер-архитектор, включая дверные ручки и платье хозяйки. А все должно было быть в этом прекрасном стиле. Всего лишь 20 лет было отпущено этому прекрасному искусству, потому что случился у нас 1914 год. Что произошло? Первая мировая. И это была не такая война, как раньше, да, это же была война с применением массовых средств уничтожения, то есть с неба падают бомбы, танки мчатся, и эти газы неонополитические, Европа вся завалена трупами, человечество в шоке, и искусство тоже в шоке. Искусство просто остолбенело в ужасе, и потом бросилось в рассыпную, рассыпавшись на эти многочисленные измы, там дадаизм, футуризм, ташизм, экспрессионизм и прочее. Но пока у нас еще последнее десятилетие 19 века, пока еще Фукье и Муха находятся в сотрудничестве, Фукье заказывает ему интерьер для своего магазина ювелирного, выполняет этот заказ Муха, и парижане просто в диком восторге, они сравнивают этот интерьер со шкатулкой для драгоценностей, в общем, что там только не было, посмотрите в нем, да? Все это по эскизам Мухи сделано, в том числе и этот вот камин, и даже как скульптор он себя проявляет, посмотрите, это тоже Мухи работа. То есть получается, что в это время он очень востребованный художник, он хорошо оплачиваемый художник. Но есть ли у него деньги? Следующий вопрос. Мы уже не раз с вами говорили про практичность художников. Да? В своей мастерской, которая похожа на пещеру чудес, он принимает художников всех подряд, нуждающихся в том числе. Сюда приходят Бонар, Тулуз-Лотрек, поэты Верлен, братья Люмьер тут у него были, в общем, такая у него там тусовка. Всех он кормит, всех он поет, никому он никогда не отказывал в помощи. В том числе у него жили некоторое время Ван Гог и Гоген. Это у нас Гоген, да? Тут немножко прикалывались, наверное. Вот так вот он играл у него на физгармонии. И сам Муха тоже играл на инструменте, он его очень любил. Когда поехал в Америку, он его с собой тащил туда. Вот это вот его атмосфера, которую он себе создал в своей мастерской, да, о чем нам говорит? О том, что он трансформирует материальный мир в такие элегические, идеализированные формы, и он любит все, что он видит. В этой мастерской потом жила его невестка Джеральдин, англичанка, вторая жена его сына. И есть такой фильм, она там все это показывает, говорит, иногда это вещи он покупал для украшения своей мастерской, очень дорогие, антикварные.
Иногда это просто безделицы, без ничего не стоящие. Вот все вот так вот себе куда тащил, да, чтобы было красиво. В это время он мэтр общепризнанный. И, конечно, закономерным явлением представляется то, что он выпускает книгу. Он выпускает даже две там книги, декорационные документы. Она называется «Как для пособия для художников». Да, посмотрите, виньетки, быстренько очень посмотрим. Посуд, вот это воплощение стиля модерн. Вот они, иллюстрации в этой книге. И вот еще раз. Эти узоры, созданные без компьютерных ухищрений. И как он эти узоры применяет в композициях с этими своими женщинами, на которые просто можно медитировать. Это просто повод для медитации. Настолько эти линии элегичные и насыщены музыкальными ритмами. Так, теперь о личной жизни художника. Без этого никак. В книге его сына Иржи, который стал журналистом, публицистом и писателем, писал биографию отца, составлял, он буквально предстает прямо таким аскетом, что вот он 20 лет в Париже живет, такой женщин не знает вообще. Но это, конечно, было сыновнее такое представление, конечно, это было не так. Да, он живет в Париже 20 лет бобылем, но, конечно, женщины у него были, там продолжительные довольно были отношения. Но парижанки ему категорически не нравятся. Он их считает навязчивыми, меркантильными, он их считает слишком искушенными и мечтает о скромной, тихой, чешской девушке. И такая в него влюбляется. Ее звали Марушка Хитилова, Мария Хитилова, Марушка он ее звал. Она в него влюбилась, когда он был в Праге, увидела этого статного мужчину элегантного и помчалась за ним в Париж под предлогом, что ей надо учиться живописи. Там искала с ним встречи, назначала ему встречи, и он почему-то не посчитал это навязчивым. Но между ними возникает чувство, он там пишет ей всякие проникновенные совершенно письма, что для него открылся новый мир, там очень, очень теплые слова ей пишет. Они поженились в 1906 году и более не разлучались и прожили 30 лет и 3 года. Она всяко ему помогала во всем, в общем, искала клиентов, там договаривалась, костюмы ему нужны были, она его доставала. И никогда ничего не выбрасывала, никакого набросочка, никакой бумажки. Потом это все стало материалом для написания книги о нем, который ее сын Иржи потом напишет. А он, в свою очередь, пишет портреты Марушки бесконечно, очень ее любил и любил ее писать. Вот на этом портрете мы видим детей Мухи. Это дочь Ярослава, вот это постарше, которая. А вот это в платьице сидит, это сын. То есть половина сайтов в интернете пишут, что это две дочки. Но видят в платьице, значит, дочка нет. Это мальчиков так одевали маленьких в то время. И тоже он пишет этих детей бесконечно. Вот Ярославы портрет. Вот портрет Иржи, этого сына, который у него родился, когда ему было уже 55 лет. А вот, пожалуйста, вместе они так вот, да, хорошо выглядят на его портретах. А вот эта чудесная фотография, это Римский форум. И они во время путешествия по Италии. Такая вот чудесная история. И возвращаясь к женщинам Мухи, и немножко поговорим о его творческих методах, об его инструментах. По себе знаю, какое большое влияние на художника и на вообще любого творческого человека имеет фотография. Да? А фотографии он начал увлекаться еще в Мюнхене,
когда учился, у него уже была камера в прокат, он ее брал. Потом в Париже он, конечно, камеры себе самые лучшие приобретает. И он, посмотрите, что делает. То есть он придумывает сначала позу, в которую он поставит модель, он ее фотографирует, и потом он с этой фотографии уже пишет. То есть это, конечно, экономило много, во-первых, времени, во-вторых, сил, в-третьих, вообще энергии. Вот этот его Иржи, посмотрите. И вот такой метод, да? Можно, конечно, его упрекнуть, ты что, он фотографии рисовал, но это же не серьезно, у нас же Академия учится только с натуры нарисовать. Но сейчас это не так, да, сейчас тоже многие по референсам так называемым работают. И Муха один из первых, кто начал это делать. Это просто его творческий способ, его инструмент, да. Мы же не будем упрекать Яна Вермеера в том, что он использовал камеру обскура. Вплоть до того, что, видите, даже по клеточкам переводил, да, изображение. Но чаще он руки брал от одной модели, грудь от другой, лицо от третьей. В общем, такой идеал создавал, да, идеальный образ. И, конечно, безусловно, его работы – это лишь эхо этих фотографий. Никогда точно. Вот как он прорисовывал, посмотрите хорошо. Фотографией очень увлекался и даже придумал такое приспособление, которое позволяло ему снимать самого себя. То есть это первое селфи получается. А вы обратили внимание на его рубашечки, да, вот эти славянские? Он очень любил вот так вот заявлять о себе как о славянине. Когда в 1918 году Чехословацкая республика получает независимость от империи Австро-Венгрии, развалилась, которая, а деньги они заказывают Альфонсу Мухе. И он делает их вот в своем стиле, посмотрите. Это первый, вообще единственный в истории создания денежных купюр случай, когда действительно такой художник с именем, да, с великим, делает эту работу. Здесь мы с вами даже, если присмотреться, то можно увидеть масонские символы, которые появились на деньгах Чехословакии до того еще, как они появились на долларе. И вот у нас тут в костюме масона предстает перед нами Муха. Масонскую ложу он вступил в 1898 году. Дальше, немножко забежали мы вперед, мы сразу уже с этими вопросами покончим, пражскими. В Праге, Выш город, кто был, Юлия Игоревна, да? Конечно, это первое место, куда везут туристов. Этот собор строился на протяжении 600 лет, он строился. И, конечно, здесь, посмотрите, хранятся все там реликвии чешские. И здесь он в 1931 году делает вот эту вот витражную работу. Распространитель и проповедник христианства здесь изображен, святой Вацлав, которого он рисует. Догадайтесь, трех раз с кого? Со своего сына опять, да? Такой витраж делает, то есть он как бы себя увековечивает в этом соборе. Да? Кроме того, он в Праге еще расписывает стены общественного дома, отелей Европа и Империала. И причем делает это бесплатно. Да? Многие работы делает бесплатно для Чехии. Но художественная общественность Чехии очень холодно и враждебно его встретила. Какой-то там иностранец, парижский хлыщ, будет нам тут указывать, как что делать, и заказы еще у нас отбирать. Да, вот такое было отношение очень к нему негативное. Но немножко возвратимся назад. Апофеоз Мюша Стайл. Это всемирная выставка в Париже.
1900 года. Знаменитая очень выставка, где блистали Франция и Россия, которые в то время были в Союзе. И вся эта выставка тоже была под мухой, потому что и главный плакат рекламный он делал. И он проектировал павильон Боснии и Герцеговины. И он его расписывал весь внутри. И все проспекты, и все брошюры. Много-много мухи на каждом шагу. И, конечно, множество подделок. То есть вплоть до того, что муха ходил по выставке с бригадой полицейских и показывал, вот это я делал, а вот это не я делал. Да, то есть такое вот было распространение этого стиля, и за авторские права нужно было бороться. И как же муха устал от всего этого? От того, что заказчики хотели получить, ну мне сделайте точно так же, но только немножечко по-другому. Да? Все к нему обращались. Вот эта коммерциализация бесконечная его страшно утомила. И это было переломным моментом в его жизни. Он понимает, что он больше не хочет, что он должен сделать что-то другое, что-то великое он хочет сделать. Он пишет отцу в это время: «Мои картины украшают дома богачей, мои работы способствуют их дальнейшему обогащению, в то время как мой народ утоляет жажду из лужи». И он дает себе клятву, что всю оставшуюся жизнь он посвятит служению своему народу. Огромный, получается, у него в голове созревает грандиозный проект, а как мы знаем, на грандиозный проект нужны грандиозные деньги. Денег нет таких, и тут ему Сара Бернар говорит, что большие деньги можно заработать только в Америке. И он едет в Америку. Там у него проходят выставки, там он преподает в Чикагском университете, там он пытается писать портреты, там он выполняет опять какие-то рекламные заказы. Но опять-таки нету больших поступлений, да? И он встречает вот этого человека, Ричард Крейн. Первый эпизод, на который я наткнулась в связи с этим именем, это было спасение Крейном из большевистской России в 1930 году, когда разоряли Донской монастырь. Он выкупил колокола Донского монастыря, которые были предназначены в переплавку. Он их выкупил, увез в Америку, и они находились в Гарвардском университете. Они звонили, естественно. Это был последний полный ансамбль колоколов. Да? А в 2008 году колокола были возвращены России, а в Гарварде остались копии. В общем, это как-то положительно его, правда, характеризует, да? Спас нашу святыню. Но исследование феномена Крейна продолжается. Он входил в сотню самых влиятельных и самых богатых людей США. Он был потомственным промышленником, миллионером, дипломатом, меценатом, щедрым спонсором белого движения и красного тоже. То есть это человек, цель которого была дестабилизировать положение в России. Он этого добился, да. Ну, его там продолжают исследовать его деятельность, но это одна из самых таких зловещих фигур начала 20 века. Ну, тем не менее, в канун Рождества 1910 года, рождественские продолжаются волшебства, чудеса, муха получает договор подписанный и первые чеки от него. То есть ему был открыт безлимитное вообще финансирование. Поскольку он, муха, замыслил нечто совершенно грандиозное, ему нужно для этого много места. И он ищет это место, находит вот этот замок Сбирок в
Чехии, неподалеку от Праги, там на соляной дороге, в таком уединении. Так выглядит замок этот сейчас. Это отреставрированное прекрасное здание, там отель дорогущий, это туристическое такое место. Во время войны в этом замке была фашистская штаб СС. После войны в колодце глубиной 160 метров нашли архив этот СС, достали оттуда. Но глубже есть еще какие-то помещения, очевидно, да, и какие-то там что-то заложено в них. И даже предполагают, что там может быть янтарная комната. Но они боятся копать, потому что там все по-прежнему заминировано, вообще боятся трогать. Вот такое место, но это будет уже потом, да. А сейчас, вот в 2010 году, в запустении этого обветшалого замка, в хрустальном, так называемом, зале огромном, в его уединенности, муха находит идеальные условия для работы, он снимает одно из крыло этого замка и, поднимаясь на леса и проводя на них по 9-10 часов ежедневно, он пишет грандиозные картины размером 6 метров на 8, и так продолжается 18 лет. 18 лет он посвящает этому своему проекту, которая называется «Славянская эпопея». Это мощная живописная история славянских народов, чехов, поляков, болгар, русских, которая призвана возвести чужеземным друзьям и чужеземным врагам, кем мы были, кто мы есть и к чему мы стремимся. То есть такая поэтизированная очень поэтизация истории чешской, симбиоз мифологии, мистики, каких-то историй с целью получить божественное покровительство небес. Вот такая первая из этой картин, из серии картина «Славяне на исконной родине». Здесь мы видим, это фигура мужчины и женщин, как будто бы это Адам и Ева. А здесь мы видим этих ужасных пришельцев, да, этих злобных. Там мы видим зарево погибшей деревни, сожженной. И здесь волхвы, которые вот как раз и умоляют о чем-то богов. Да. То есть в этой серии у нас смешались эти все языческие божества и эти духи предков. И Перун, и Богоматерь с младенцем. Все он тут в этих 20 полотнах нам передают. Дальше опять на деньги Крейна. Он едет в 1913 году. Вот эти фотографии, которые мы видели, они сделаны на Красной площади. Он берет с собой фотоаппарат, он берет с собой блокнот, чтобы как раз собрать материал для этих своих работ. Полный восторга и удивления он пишет Марушке из России, что он побывал в Петербурге и Москве, что он был в Троицко-Сергиевской лавре, он был в Третьяковской галерее, там остался его отзыв, вот он на Красной площади мы видим. Он был очень доволен и счастлив, когда увидел кучу своих афиш и плакатов на улицах Питера. И он тут же навестил своего приятеля давнего по Мюнхенской академии. Это был художник Леонид Пастернак, который как раз в этот день праздновал выход первой книги стихов своего сына Бориса Пастернака. Насколько все это, да, это же вот одно и то же время, так все близко, так все это переплетено. Вот он возвращается в этот замок свой, да, и на этой собранной базе он, посмотрите, что делает. Он пишет картину «Отмена крепостного права в России». Он считал это событие самым важным в истории России. Ничего не напоминает? Да, то есть люди все в растерянности, не знают, что делать.
чижмы теперь, да? А вот что напоминает. Видел, конечно, Сурикова в Третьяковке и такой омаж как бы делает, да, ему? Угу. Так, вот так вот он уже, смотрите, седой стал, а все поднимается на эту стремянку бесконечно, да? Вот эта картина «Битва при Грюнвальде» называется, посвящена битве 15 века, между, когда объединились поляки и литовцы и победили тевтонских рыцарей. То есть они получили свободу от крестоносцев в это время. И в этой работе мухи 18 лет участвуют все жители этого маленькой деревушки, которая при замке была. Вот он пишет так, нянечку, да, рисует, которая у них в доме там нянчила этого сына Ирши. А вот он пишет свою дочь опять, Ярославу. Вот он фотографирует и пишет с этой фотографии какого-то бога очередного славянского учителя своей дочери. И, конечно, это глубокий символизм, это монументализм, это виртуозная живопись. Нам он здесь демонстрирует. И в 1928 году, то есть 68 лет художнику, он торжественно передает весь цикл в дар городу Праге с условием, что Прага разместит эти картины в отдельно построенном здании. Вот так вот еще посмотрите. Славянский праздник под липой, а вот фотография, с которой он пользовался при написании этой натуры. Да? И вот такие вот сербские короли и так далее, и так далее. И вот эта картина венчает как бы цикл, призывая всех славян к единению. Эти полотна «Гордость мухи» и главный труд его жизни – это подарок мухи, его завещание любимой родине, своему народу, славянскому искусству всему в годы Великой Отечественной войны. Второй мировой войны, извините. Когда фашисты входят в Прагу, муха у них числится как враг Третьего рейха. Он же славян воспевает. Эти картины повсюду разыскивают. Они перерыли все музеи, не нашли ничего. В это время картины, свернутые в рулоны, лежат замурованные под угольным складом. Их обнаружили только через 20 лет после войны. И кто это сделал, кто, рискуя жизнью, сохранил эти картины, этого не знаю до сих пор. В Праге пытаются какие-то расследования на этот счет делать, но пока ответа нет на этот вопрос. Дальше что происходит? Когда вот их обнаружили, да, это был конец 50-х годов, скажите мне, в социалистической Чехословакии кто такой муха? Это же какой-то декадентский буржуа, да, буржуазный художник, каких-то там женщинок рисует сладких карамельных, зачем они нам? У нас же женщина-товарищ и пролетариата. Поэтому внимания к этому художнику нет, да? Поэтому, когда эти картины обнаружили, их куда-то нужно деть, да? Не нашлось в Праге места. И их определяют в замок Моравский Крумлов. Это Южная Моравия. Там был такой замок и там большой огромный рыцарский зал, куда они могли все поместиться, эти циклопические полотна. Но их туда сразу не вешают и не помещают, потому что там какой-то военный гарнизон в это время размещается. Они в подвале еще полежали 10 лет. Но потом их наконец-то повесили в этом зале. И весь этот Моравский Крумвол кормится за счет мухи, потому что интересующиеся люди туда едут, в этот замок. Наконец, к 150-летию мухи, это 2010 год, уже это 21 век, Прага наконец-то вспоминает, о, у нас же есть шедевр художников, да?
где он там, в каком-то там замке хранится. Поехали, посмотрели, и Прага хочет забрать себе эти произведения. Это же столица. Что тут началось, да? Вот это вот 10-11 год, это там были такие протесты, там такие были демонстрации, там эти писали крестьянки письма. За каждое яблоко, за каждую ватрушку, которую я продаю, я благодарна Мухе, да, за счет этого они жили. Но суд вынес решение в пользу столицы все равно. И картины были перевезены в Прагу. 20 картин выставлены в ярмарочном дворце, одном из зданий Национальной галереи. Но мы-то с вами помним, да, что он хотел, чтобы для этой славянской эпопеи воздвигли отдельное здание. А это требование не выполнено до сих пор. И это дает повод продолжению судебных баталий. То есть 100 лет проходит, как в сказке про спящую царевну. Да? 100 лет, а эти произведения все никак не могут найти себе место подобающего, потому что на них претендует США. Они же сделаны на американские деньги. Кроме этого, на них претендует внук Мухи, заявляет права свои на эту серию. Ага, вот так она выставлена сейчас. И, в общем, этот судебный процесс длится, и он до сих пор длится. Вот, пожалуйста, его сын Иржи Муха, чешский писатель, журналист. А вот это его пасынок. Это сын от первого брака его вот этой Джеральдин, жены, невестки. Ну, он себя начал выставлять тут вдруг внезапно таким поборником искусства этого своего деда. Вот его хорошая такая цитата. И вот он выступал против того, чтобы картины были отправлены в Японию, потому что нельзя, это им принесет вред большой. В общем, судится бесконечно. И, наконец, 26 января 2021 года, вот недавно совсем, да, приходит новость о том, что павильон для полотен славянской эпопеи в историческом центре Праги будет построен к 2026 году. Тогда мы только поедем в Прагу, да? Проект знаменитого британского архитектора Томаса Хизервика. Вот такой только единственный набросочек, его пока можно разыскать в сети. 20 картин, да, входят в этот цикл. Ну, хочу показать еще одну, которая является как бы 21-й картиной. Эту нищенку он сфотографировал на Красной площади в Москве. А, обратите внимание, под какими названиями она фигурирует везде. Зима, Сибирь, женщина в степи или звезда. Да, любое из этих названий можно встретить. Появилась эта необыкновенная, изумительная работа. Она никогда не была в Моравском конклаве. Ее не включают в перечень входящих в эпопею произведений. И публике эта картина была показана только один раз. В 1933 году. Вот здесь у нас, посмотрите, Мука пишет, да, ее видно, да? Вот так вот он ее... Она висела с табличкой «Не продается» на выставке продажи в городе Градец Кралове. В каталог включена за номером 126 под своим оригинальным названием. «Россия большевиков» он назвал эту картину. Мы видим гигантское пространство холода. Мы видим женщину эту умирающую. Мы видим страдания и смирение ее, сидящая на снегу нищенка, которую скоро разорвут волки на части. Посмотрите, горят их глаза там за холмом. И над ней светит звезда, да, пусть она будет разорвана, ее плоть, но дух ее взлетит к этой звезде.
стала причиной дипломатического скандала. Советский Союз направил Чехословакии ноту протеста, вследствие чего картину сняли мгновенно тут же с выставки, и она была в частном собрании очень долго. Сейчас ее можно посмотреть в музее Мухи в Праге. Тут такое впечатление производит, и когда говорят о его российских вот этих вот путешествиях, сын пишет, что больше всего в русских его поразила страстная пассивность. И вот в этой картине он как раз это и показывает состояние. И еще одна его работа, аллегорический женский портрет «Судьба». В эта эпоха рубежа веков бредила образами некой таинственной дамы, которая была символом женского начала мироздания, в противоположность мужскому рациональному началу. То есть то представляли судьбу в виде какой-то роковой красотки, то в виде какой-то злобной старухи жестокой, да? А Муха неожиданно рисует в образе судьбы девочку, свою дочь Ярославу, он пишет, и как бы говорит этой картиной, что судьба не жестока, она неразумна, как дитя, которое требует свою конфету, независимо от того, да, есть у вас возможности ее предоставить, и объясняли ли вы, что это холестерин и это вредно, все равно они хотят конфету. То есть с Богом можно договориться, с судьбой нет, поэтому судьба — это неуправляемая такая стихия, и вот в ее руке эту чашечку она держит, да, то ли она ее будет дальше держать, то ли она сейчас ее прокинет и выльется все ваше время, вашей жизни. Очень коварная девушка, девочка старается быть как бы серьезной, да, но она как будто бы играет. И черные цветы орнамента на светлом фоне покрывала, переходящие вот в эту темноту, черную мглу, не сулят нам ничего хорошего от ее забав. В общем-то, да, вот такой вот интересный портрет. Мы почти придвинулись уже к финалу. Вот еще одна его цитата. «Искусство существует только для сообщения духовного послания». То есть всегда в произведениях Мухи мы видим свет его души во всех его произведениях, включая даже рекламные эти постеры, да? И, конечно, для нас он в первую очередь автор вот этих великолепных, незабываемых образов женских. Снова их можно и снова пересматривать. Но не будем забывать, что Муха был еще и патриотом, человеком, воспевшим в истории человечества ценность и значимость своего народа. Фашисты вызывали его неоднократно на допросы, потому что они пытались добиться у него, где эти картины. А ему-то уже было сколько лет? 80, да? И там он в камерах этих гестаповских простыл, и у него пневмония развилась. В общем, он умер на руках у Марушки. Такая вот жизнь была этого человека. Мы поедем в Прагу. Некоторые тогда еще уже были в этом музее. И вот он, этот музей, посмотрите. Вот его экспозиция. Вот эта фотография, которую мы сегодня видели, которую нам представил композитор и музыкант Кирилл Кулиничев. Еще раз аплодисменты. Это сувенирная лавка, где мы там что-нибудь обязательно приобретем. Эти все его чудесные эти литографии там представлены. Но музей маленький, да, то есть его музей есть в Англии, его музей есть в Японии. Почему? Потому что это же литографии, это же печать. И каждый отпечаток является, собственно, авторской работой. И фотографии его там представлены, конечно, в этом музее. И на этом хочу завершить свой рассказ, если вы позволите, и у вас нет вопросов. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо.